Допустимо ли пить вино или нет? Так стоит вопрос. Вы знаете, на самом деле Библия не говорит, что вино пить нельзя. Пить его можно, но без злоупотребления и как все остальное. Если посмотреть с другой стороны, можно ли ходить на пляж? Если вы боретесь с похотью, то не надо ходить на пляж и смотреть на девушек в бикини, потому что вы можете упасть, согрешить и пострадать от этого. И также с вином. Если алкоголь для вас искушение, или у вас в семье есть проблемы с этим, у вашего отца или матери, или у вас, лучше всего избегать его. Это не обязательно. Это просто напиток. Он не необходим. Лучше не пить, чем пить, быть искушаемым и в конце концов упасть. Но если вино не искушение для вас это просто напиток, то не страшно пить в умеренных количествах. Важно знать, когда остановиться и что для вас является искушением, а что нет. Важно слушать сердце. Что самое важное, это взаимоотношения с Иисусом. Это основное. Поэтому, если что-то мешает вам общаться со Христом, то это просто не надо делать. Если это питье алкоголя, не делайте этого. Если вы знаете кого-то, кто зависим от алкоголя и много пьет, не пейте у них на виду, пейте у себя дома. В итоге, самое главное — это баланс во взаимоотношениях со Христом, что вы чем-то не злоупотребляете. We'll be right back.